Цветов? Цветочный рай. Давай сфоткаю, конечно. И бабочка там летает, я тебя сфоткала. И там цветочки. Классно. Вот эти мне нравятся, пушистые цветочки. Но я не знаю, что это за цветы. Вот эти тоже очень нравятся, очень нежные, красивые. Вот эти вот беленькие, да, Данирчик. Они нравятся. Очень красивые. Да, красивые. Я не знаю, что это за цветы. Я ничего не понимаю, что за цветы растут в этом городе. Ромашки, да, ну и у нас растут, например, ромашки. Я их потому и узнаю. А вот такие цветы, я не знаю, что это вообще такое. Очень красиво. Что? Где? Вот эти тебе нравятся? Да, они не кусаются, но... Не знаю. Да, попробую. Я туда не сяду, мне не надо. Прикоснись еще раз. Оп, класс. А ты кусаешься? Ты кусаешься? Ну, страшно. Ой, вот эти красивые, глянь, какие. Да, там есть прям чудес. Здравствуй. А ты туда фотки, оранжевые. Я люблю потом в Инстаграм такие фотки выставлять. Я вообще люблю цветы фотографировать. Еще даже до появления Инстаграма я постоянно фотографировала цветы. Цветы котов на улице. Там сидит на дереве, луну. Как мне нравилось вообще всегда фотографировать, снимать. А теперь это есть куда выкладывать. Слышишь? Тут что-то тоже непонятное такое. Заброшено. Измерение жира в организме. Измерение процента жира в организме бесплатно плюс подарок. Да, я помню, мы здесь ходили. Клиника молодость, а клуб молодость. А закрыто все время. Что? Люди как вещи вешают. Так странно, ребят, когда так вещи развешивают. Я смотрела это, Инна Судакова была в Крыму, и она говорит, что тоже там вещи вот так развешивают. Я говорю, ой, тут красивые цветы. Я говорю, раньше тоже постоянно фотографировала. А слышишь? Тут наклон, Мирчик, да? Ты вообще меня слушаешь или нет? Ну, Мирочка, ты уже 350 раз сказал что-то свое, я тебе что-то говорю, ты морозишься или вообще не слушаешь. Я тебе говорю, я всегда любила фотографировать цветы, котов, там, я не знаю, луну, еще что-то. Но некуда было выкладывать. Ну, ВКонтакте, если так. А сейчас есть куда выложить. Есть, ты слышишь или да, нет? Я понял. Есть куда выложить, есть с кем поделиться этим. Ну дотронься. А то ты вообще меня не слушаешь. Что должно тебя слушать, когда ты меня не слушаешь? А? Дамир, ну встань на траву чуть-чуть. Это ж не цветы. Дотронься. Красиво. Ты слышишь меня или нет? Пойдем, бабочки летают. Ты слушаешь меня вообще или нет? Ты слушаешь меня или нет? Да. По-моему, нет. Да. По-моему, да. Ты меня не... Вот эти цветы такие же точно. Вот эти... Ой, там они. Там. Вообще не знаю, что за цветы. Привет! Привет всем. Понюхать их хочешь? Цветы же еще и пахнут. Смотри, только ты аллергик, как и я. И давай меньше там с цветами. Пойдем. Пойдем, Мирусенок.